Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 646, диаметром 30 сантиметров. Настроим тональность Акибона в нотуля. 646 мне напоминает растворитель известный, часто пользуюсь им. Да ладно, давайте слушать, как он звучит. Если вы смотрите со смартфона, можно лучше использовать наушники, потому что, ну, чтобы передать звучание, динамик телефона не способен просто это делать. Магически Акибона сложно остановиться. Инструмент выполнен с эффектом хамелеона. Здесь идет лак. Он переливается под разным углом. Сверкает то бирюзовыми оттеночками, то фиолетовыми. Цвет меняет. На камеру это сложно передать, но вживую это хорошо видно. Лакировка здесь, рисунок сам закручен в галактику, такой вот. Здесь идут голубые, фиолетовые, бордовые оттенки. С обратной стороны ножки выполнены из натуральной кожи. Ножки обеспечивают защиту инструмента от царапин, когда вы ставите на твердые поверхности, это на пол там или на стол, куда угодно можно поставить и не бояться, что он поцарапается. И вторая функция ножек — это звук. То есть вы ставите и можете играть. Можно на стол поставить и играть. Лучше всего положение это, конечно, на ноги поставить. Он не только звучит, но и передает вибрации вам в тело. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.